никогда не знал об этом. Так, ну... Я думаю, что нам можно сфокусироваться на этом просто сходу. Нет, сходу не получится. Ой-ой-ой. Так, 4 удара было. 5. 6. Ага. Примерно на 6 он стагерится. И получается... Кровоточить не знаю, насколько. Я не заметил, был у него блит или нет. Ой. Это я четенько прям в удар перекатываюсь. Так, отлично, наш пациент устал. Я не видел, был ли блит вообще. Ой-ой-ой, тот уже красненький. Вот это да. Не сразу заметил. Ну, сразу скажу, с дубиной труднее попадать, чем с фламбергом, естественно, но... Типа, спидранить фламбергом — это практически нереальная задача. Так, одна мышь готова. А, вот был блиц, что ли? Оу. Чё злое такое? Пошел и пошел гонять его. Ну, как-то так. Блида нету, потому что я забыл обмазаться, оказывается. Но стагеры хорошие. То есть, 2 раза я его застагерил. Каждого. Минимум. А ну, вот он готов уже. 1 удар ему остался. Ну да. Ходят слухи об этом, nothing. Ну, тут такая фигня, что... Это не в скором времени произойдет, потому что если кто-то случайно выбьет себе эти твинблейды, и если он с легкостью после этого побьет рекорд, если он нигде не зафейлит, там, это будет просто, ну, типа, такое явление, что... которое будет трудно побить потом спидранерам, которые, типа, соревнуются между собой. О, да, зайфреймил. Плохо. Вроде неплохо. Ой, ветер. А, это он сейчас будет лазер свой делать, надо к нему бежать. Да. Окей, я здесь. 1, 2, 3, 4. Сейчас будет 2-й лазер, да? Ого, меня задело. Надо дальше отходить. Да.
Ладно. Один, два. Три, четыре. Попал. Пять. Шесть. Да, он стаггерится с шести ударов. Это, в принципе, как с многими боссами. То есть здесь никаких особых различий нету. Как Денсер. Ай-яй-яй, не рассчитал. Рассчитал по таймингу. Вот еще один стагер. Ай-яй-яй, я не хотел репост. А, все, блиц работал в самом конце. Он умер даже после этого. Ну окей. А, пожалуйста. Первый уровень. Но это обычный нью-гейм. Дубину плюс 10.